Вера Бадрасана номер один. Поза воина. Соедините стопы в тадасане. На глубоком вдохе расставьте в прыжке ноги на 105-120 см. Растягивая ноги, вращайте руками глубоко в гнездах, чтобы ладони смотрели вверх. Раздвиньте ключицу и поднимите руки над головой, поднимая грудную клетку вверх. Сожмите предплечья вместе и соедините ладони. Поверните левую ногу глубоко внутрь, вращая левым бедром с той же скоростью, что и ногой. Затем поверните правую ногу на 90 градусов. Пятка правой ноги смотрит в центр изгиба левой стопы. Растяните левую ногу, чтобы задняя пятка была как следует закреплена. Затем поверните бедро правой ноги внутрь и поворачивайтесь торсом к правой ноге. Поднимите переднюю часть таза вверх. Поддерживая заднюю ногу прямой, на выдохе согнитесь глубоко к правой ноге. Пусть правая ягодица потяжелеет, чтобы бедро было параллельно полу, а передняя часть голени вертикально. Прижав пятку задней ноги к полу, вращайте левым бедром еще дальше вперед, чтобы левая ягодица отодвигалась от копчика. Нажмите передней пяткой на пол и поднимите переднюю часть таза. Затем нижнюю часть бедра нужно ввести к крестцу. Поднимите ребра по мере вытягивания рук вверх. Верхние предплечья должны быть вертикальными, локти закреплены. Сведите лопатки и поднимите их кверху, чтобы поднять верхнюю часть груди. Отведите голову назад и посмотрите на руки. Растягивая руки на вдохе, поднимитесь. Поставьте стопы параллельно и растяните руки в стороны. Повернитесь на другую сторону, правая стопа должна смотреть глубоко внутрь. Левую ногу поверните на 90 градусов. Поворачивая торсом к левой ноге, поверните бедро вытянутой ноги. Коленная чашечка правой ноги должна быть поднята, а нога распрямлена. На выдохе согните левую ногу под прямым углом. Растягиваясь с пятки, вращайте правое бедро вперед, чтобы правая ягодица отошла от крестца. Продолжайте поворачиваться влево, чтобы пупок находился на одной линии с внутренней частью левого бедра. Опустив левую бедренную кость, нажмите пяткой левой ноги и поднимите таз и переднюю часть груди вперед. Нижнюю часть левого бедра вберите внутрь в сторону крестца. Задняя нога должна быть выпрямлена. Растяните руки вверх и поднимите ребра. Поднимите верхнюю часть груди и отведите голову назад. Нажимая пяткой правой ноги, поднимитесь на вдохе. Повернитесь к центру и с прыжком поставьте ступни вместе. К йоге следует приступать с верой, преданностью, дисциплиной и энтузиазмом, особенно в начале. Регулярная практика с этими добродетелями в конечном счете ведет к асана-джая, или победе над асанами, когда уже не нужно прилагать усилия, и ум погружается в безграничное.